Программа по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов реализуется в Подмосковье с 2016 года. За 7 лет в Одинцовском округе отремонтировали почти 3500 объектов, более половины от их общего количества. На 2023 год запланирован ремонт еще 250 подъездов. В 21 из них работы уже начались. Сдать все объекты необходимо до конца лета, подчеркнул Андрей Иванов. Все графики от управляющих компаний, которые будут проводить эти ремонтные работы, и подрядчиков сжать до 1 сентября, потому что в прошлом году мы делали подъезды, по-моему, еще даже в ноябре месяце. В этом году нам нужно все сделать в весенне-летний период. Также на совещании обсудили вопрос подтоплений в подвалах многоквартирных домов. Всего с начала года в единую диспетчерскую службу поступило 43 заявки, половина из которых от самих жителей, остальные от госжилинспекции. Управляющие компании на сегодняшний день провели работы по подтоплению. Это одна из причин подтопления подвальных помещений. Это поступление грунтовых вод в подвальное помещение, засор канализационной системы, прорыв лежаков горячего и холодного водоснабжения и прорыв отопительной системы. В рамках федеральной программы регулярно проводят капремонт подвалов. В период с 2014 по 2022 год работы были выполнены в 9 МКД. До 2025 года капитальный ремонт подвальных помещений проведут в 3 домах. Еще в 12 реконструируют фундамент. В связи с этим управляющим организациям были даны дополнительные поручения. Проверить обеспечение и подготовку имеющихся переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования, чтобы имелись. Подготовить к эксплуатации имеющуюся водооткачивающую технику, мотопомпы и насосы. Обеспечить проверку готовности к действиям аварийно-диспетчерских служб. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».